С погодой в день города пермякам повезло. Весь день было солнечно и жарко. Мероприятий в черте города происходило огромное количество. На любой вкус. Взрослым – выставки и ярмарки, детям – многочисленные творческие мастерские, где можно было раскрасить сувенир из гипса и унести его с собой, а можно было поиграть вдоволь, перевоплотиться в дачника или космонавта, или конструктора диковинных механизмов. Туда можно складывать конфеты и всякие другие штучки. Можно говорить вот тут вот про это. Там все слышно. Можно вот так взять. Например, вот так вот. Алло! Алло, привет! Как дела? Все слышно. Мне тоже. Всего в день города прошло более сотни событий, так что те, кто остались в Перми, наверняка не пожалели.